Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни, а также Димка. Мы находимся в GTA 5, и это, ребята, шоу «Спуск с горы без тормозов». Здорово всем, пацаны! Итак, ребята, это такое шоу, в котором мы должны будем с Диманом спускаться с огромной горы прямо вниз, а вот с такой, сейчас, ребята, рампы и прыгать в город. А с каждым раундом мы должны будем улетать как можно дальше и бороться за первое место. Правила очень просты. Мы будем делать тачки случайным образом, то есть тачки нам будет выдавать GTA, ну и, друзья, в первом раунде мы делаем по одной тачке, используем именно реальные машины из реальной жизни. В каждом новом раунде победивший делает 3 тачки, проигравший 2 тачки. Бро, ты готов, скажи мне, к такому раскладу? Да, готов, давай. Так, да, мы с тобой делаем по одной тачке, поехали. И у меня это Лего. Чего? Понимаю, у меня Лего, пожарная машина, у тебя это Форд. Это лучше, чем у меня, просто посмотри, наверное. Окей, друзья, первый раунд, первый спуск, это получается, офигеть, это Форд против пожарной машины. Братан, поехали, let's go, бро, стартуем. Так, ну что же, мы начинаем, мы, друзья, кто будет дальше? Посмотрим, но у меня скорость хорошая. Чего? Пожарная быстрее, чем... У меня скорость. Я тоже. 700. 770, бро, я разогнался, я полетел. У-ху! Друзья. Е-мая, полетел. Я тоже. Я понимаю. Так, 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 давай, 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 давай. Я лечу прям в дом, да? Может, на крышу как-то получится? А, в дом врезаюсь, и это моя остановочка. Ты где упал? А, ты я, короче, на магистрали, да. А, я вижу по карте, где упал Диман. Давайте мы прыгнем сейчас на Димана. Диман упал, получается, вот здесь, на вот магистрали. Здесь. Да. Отлично, это мой первый балл, хорошо. Ну что, мы идем дальше. Теперь, Диман, ты делаешь 2. Я делаю себе 3 машинки на выбор, поэтому делаем тачки. Так, первая это такая, это не считается пока все, потому что GTA-шные машины. Первая Aston Martin, неплохо. Вторая Jaguar, и третья это кривая машина, и третья Porsche. Итак, понял. О, нифига. Так, ребята, да, что да, по скорости у этих машин? Здесь 170, здесь 180, здесь. Короче, самая быстрая, вроде как, это Porsche, поэтому я ее, ребята, все-таки беру. А, окей, все, ребята, очень просто. Также мы разгоняемся, прыгаем и смотрим, кто же будет дальше, ребята. Надеюсь, вам нравится рубрика, поэтому ставьте лайки, если вам нравится такое шоу, то давайте мы соберем 3000 человек, и выходит новенькая серия. Но по скорости, бро, прям... У меня Лего ехало лучше. Чего? Какая скорость, братан? У меня 550. У меня было 600, однако. Я, то есть, был удачный, я так понимаю. Но да, тебя обгоняю. Походу, да. Но это хуже, чем Лего-тачка. Вы сейчас, блин, серьезно вообще или как? Короче, я приземлился, и да, я дальше тебя, то есть 2-0 уже выходит. Ну, прикиньте, Porsche полетела хуже, чем Лего-машина. Да, жестко, друзья. Ладно, идем дальше. Итак, мы идем дальше. Опять-таки, Диман делает 2, я делаю 3, потому что я был дальше, и воу, это типа жук турбо какой-то. Понимаю. Вторая, это C-шка 63-я. О, Бентли неплохая. Третья, да, брат, это краш, в смысле, удаляю ее, это крашит игру, машина. Ты забыл, да? Что ли? Да-да-да. Каждый раз я вам об этом говорю, вы забываете. Так, здесь, в принципе, по скорости, но да, я думаю, что, ребята, стоит взять именно Мерседес. Скорость у него вроде как самая лучшая. А у тебя получается, что, кстати говоря, 2 Мерседеса. EQC против C63. Поехали, бро, разгоняемся. Давай, поехали. И поехали, посмотрим, кто будет дальше. Но по скорости хорошо набирается. 500. 600, какая скорость, бро, скажи мне? 660. 660 тоже так же плюс-минус. 680 пробило в конце. А, я врезался! Да ну, нет! Тачка не полетела. Я полетел до магистрали на изи вообще. Блин, тачка не полетела. Прыгаем тачку к Диману, и Диман просто красиво упал на магистраль. Бывает такое, что машины не улетают, поэтому да, Мерс просто, друзья, цепанулся и не полетел. Эх, ладно, ну окей, в принципе не страшно, пока 2-1 в мою пользу, идем дальше. Итак, мы с Диманом меняемся, теперь Диман делает себе 3 машины, я делаю себе 2 машины, и поехали. Так, это давай, не считается, давай, не давай, считается. Давай, смотрим, что там у тебя. Тын-тын-тын. Давай, 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 давай. Ну давай, что-нибудь хорошенькое. Первая Porsche, вторая это вот такая вот типа дрифт корч. Робот! Робот, братан! Ни хрена себе. Ну, наверное, да. Итак, в принципе, по скорости, друзья, я думаю, что все-таки стоит брать именно эту Мазду. Да, потому что она быстрая. Главное, чтобы я не врезался, это самое главное. Так, ты берешь что, Ламбу, да, в итоге? Да. Окей, хорошо. Итак, друзья, Ламба против Мазды RX-7. Поехали, разгоняемся. И давай, ого, ну по скорости хорошо в целом. 600. А хотя нет. 700. Чего? Сколько?
Ты куда? 150. Да ладно, серьезно, я подлетел немножко, но... Я врезался, но я полетел, в принципе, неплохо тогда. А ты где? А ты вон высоко, да, где-то? Я буду дальше, а хотя... Слушай, я полетел... А ты догоняешь или что? Я, короче, полетел неплохо, но... О, это дрифт, я врезался. Ты чуть-чуть дальше или где ты вообще? Чуть-чуть прям кропаль, да-да-да. Блин, я, ребята, буквально вот около каблучка, если по карте посмотрю, то есть я буквально вот здесь упал, вот он я. То есть Диман и здесь зарабатывает свой балл 2-2, Диман сравнивает счеты, друзья, но нужно как-то идти дальше и сравнивать счеты с Диманом, поэтому окей, друзья, let's go. Получается, что уже пятый раунд, и давайте мы сделаем тачки. Опять-таки, Диман делает себе 3, я делаю себе 2. Так, у меня Тесла первая, как бы, здрасте, Tesla. Понимать. Жестко. А, она плохая. Это плохая Тесла. И формула. Блин, ну формула, Бугатти! Ребята, не поедет. Роллс! Все, хана, тебе капсдет. Нифига у тебя тачки. Ты Бугатти берешь или Роллс все-таки? Роллс, да, берешь? Конечно. Ребят, ну у меня Тесла, это тем более там модель S. Ё-моё, я улетел без тормозов. Понимать, это реально спуск без тормозов, поэтому... Ты где вообще? Ты меня... А можешь как-то кверху, да? Ребят, Тесла против Роллс-Ройса. Как вы думаете, кто победит? Поехали. И мы, ребята, поехали, разгоняемся. Но слушай, по скорости Тесла... Ну, разгонщик неплохой, до 500, но дальше 700. Прямо, ну, 800. Не знаю. Ну, даже я не врелся, знаю. Но полетел 800? Неплохо, кстати говоря. Блин, да, у меня да. 650, а, чего? Че, тебя не сбил сейчас? Ты что, как-то ты плохо полетел, нет? Тихо, вот, а, нормально. А ты где упал-то? Ты меня залагал или я... что? А, нет, я упал... Намного ближе, чем ты, я на заправке упал. Да, я тоже так, я подумал, типа ты залагал, потому что, ну, ты прям вообще плохо упал как-то. Я упал прямо, получается, на магистрали, это 3-2, ребята, пока получается у нас. Неплохо, я врываюсь вперед, и идем дальше. 3-2, и это 6-й раунд, я делаю себе 3 машины, ты делаешь себе 2. Ну, дай себе хорошую тачку, так, Супра, это неплохо в целом. Яга. О, это, блин, хорошая машина у меня, но, это, короче, о, это чит? Это не чит, это Бугатти, ребята, я беру Бугатти. Да, там есть, короче, типа, очень хорошая машинка, вот такая, друзья, вот такая получается. Я боюсь, что как бы она зацепится, не полетит. Ну что, ребята, Бугатти против Ягуара. Ну и поехали, бро, разгоняемся. Ты там, что там? Я выпал. Неплохо ты полетел. Но в целом, слушай, Бугатти, ну неплохо. Так, это хорошо. Это очень хорошо. Чего ты сейчас с чем-то? Нифига себе. Это пока лучший результат, ребята. Мы сегодня без нитро, без всего летаем, но вот это 600. Спуск. 600, да? Но, друзья, как да, бы, да. Вот это у меня сейчас был просто спуск. Прямо в озеро. Точнее, не в озеро, прямо рикошет, да ладно еще. Ё-моё. Нифига ты парковался. Да, короче, я об крышу дома там цепанулся и красиво упал. А ты где? Давайте мы приним к Диману в машину. Так, тебя пока, ну-ка так, спиктейт подрубаем. Ты где упал у нас? Где-то у меня вот здесь, в текстуре вообще. Твоя машина. А, все, вот здесь ты получается. Хорошо, окей, интересно, если пока получается, друзья. А, но пока это мои баллы, 4-2. 4-2, ребята, и я делаю себе тачку для новенького раунда. Ты делаешь себе 2, ого, я делаю себе 3, поехали. А, так, ну что, первая это у меня, а, РС-ка неплохая в целом. Так, это не очень, это не считается. Это Мустанг. Итак, что под капотом, ребята, что по скорости пишется? Здесь, ну, хорошая скорость, здесь плохая, здесь тоже хорошая. Но, ребята, я беру именно Мустанг. Мустанг, по идее, машина, которая может полететь очень хорошо. Но, ребята, у Димана здесь реактивная бугатти. Ну что, ребята, как вы думаете, кто победит, в комментариях пишите. Ну а мы стартуем и let's go, друзья. Давай, поехали. А, так, 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 давай, 500 есть, 600 ой, есть, 700 зачем есть. Зачем я реактивку прожал? А, понял ты. Ема у меня скорость. 1100 что ли было у меня? Ты как там полетел? Плохо или как? Какая я была плохо скорость? Полетел, она, конечно, ну, не летает, она до циркушки долетела всего лишь. А, понимаю. Слушай, это лучшее, что сегодня у меня было. Да, это лучше Бугатти даже. Серьезно вообще. Капец, да, ты как хорошо полетел. Я... О, рикошет, ребята. Офигеть, как я полетел. Красиво. Слушайте, хорошо. И я, короче, в принципе, здесь приземлился и упал. Хорошо. Итак, выходит, так, ребята, это мой балл. А, давайте мы сейчас на Димана телепортнемся. Это вроде бы уже 5-2, если я не ошибаюсь. Уже 7 раундов позади. Мне это нравится, друзья. Делаем тачки. Ай! Осторожно. О, газон. Неплохо. Такое? Да, это был я. Ты не видел, так, да? Первая машина есть. Ауди. О, возможно, все, камзда тебя. У тебя очень хорошая. Так, вторая и третья. Хорошенькая. Можно мне... Гелик! Это...
Хороший гелик, братан. Ну да что ладно. Же, кому кобзда, пока непонятно, бро. Так, ты поехал раньше времени, ну ладно. Короче, 8-й раунд и... Там, а, тебе ты добьёшься? Неплохо ты придумал. Да-да. Окей, бро, поехали. Стартуем мы. Давайте посмотрим, что же у нас получится здесь. А, ну, ёма, так. 700. 800, 900. Братан. 900 тоже. 1000. 1000. Тысяча. Я врезался, но он не полетел. Нет. Капец, я просто мертво врезался, ребята. Короче, ладно, да, тачка, которая не прыгает, ребята, это габыло, такое бывает. Так, где-то есть, покажись. Нифига, ты так, ну, смотрите, что вообще. Ты в бок, да, улетел, да. Моя машина была дальше. Ну, друзья, это да, это балл за Диманом, это 4. А, это 5-3 выходит у нас уже, офигеть. В таком случае, 9-й раунд, идем, делаем машины, поехали. Так, а можно мне... Так, первая есть, вторая, это не считается военная. А вот такая у меня вторая тачка, друзья. Ну что ж, две... Тебя Бугатти, та самая, которая была у меня... Да нет! Бро, ну если цепляется, ты же понимаешь, мы больше не перепрыгиваем. Так, у меня, в принципе, под капотом вот здесь вроде как побольше сил, поэтому, друзья, время протестировать. А, финик и... Тун-тун-тун-тун-турурун. Ребята, это очень будет сейчас интересная битва. А, опять-таки, 5-3 счет, 9-й раунд, гелик против финика, друзья. Поехали, попробуем, испытаем нашу удачу. Так, и, друзья, ну что же, финик, ты можешь или ты не можешь? Покажи мне. Ну, 400, 500, не, он прям... Блин, ну это не как гелик стопудово. Ты полетел? Да. Блин, ты полетел. Вот я должен был в прошлом раунде просто полететь. 600, но в целом неплохо, друзья. Но ты полетел очень хорошо. Ты вообще с радара у меня пропал. Чего? Ну, я не это на очень круто. Упал, но пойдет, в принципе. Я начала, упал, да. В принципе, неплохо. Давайте мы подрубаем спектейт. Неплохо, упал прям фонтанчик, получается. Да. Это вроде бы 5-4, друзья, у нас уже. Диман как бы догоняет. 10-й раунд, друзья. Это мы делаем сейчас, я делаю себе 2 машины, ты делаешь себе 3 машины. Так, это не считается. Это что такое? Не считается. А первая РС-ка неплохая в целом. И Майбах, лимузин. А, блин, жестко. У тебя VXR вроде как неплохо. Итак, что у меня получается по скорости. Здесь столько, здесь, короче, ребята, я беру именно РС-ку. Итак, давай. Диман, мы с тобой стартуем вместе, а в принципе ты там уже что-то свист. Это, ребята, 10-й раунд. Сейчас нужно Димана как-то обогнать. Поэтому, ребята, поехали потестируем, посмотрим. Давай, РС-ка. Так, 400 идем. 700. 500. А, понимать. В смысле 700, братан, ты чё? А, оно что-то вообще 730. Упирается. 600, оно прям упирается жестко. И как-то потеряла скорость. А может, ты тяжелый? Нет, я тяжелее тебя. Я тяжелее. Блин, это 5-5 выходит уже у нас по баллам, друзья. Я такого, честно говоря, не ожидал. Я упал и приземлился прямо вот на бублик. Да, да, как бы. Такое себе. А ты где? Ты у нас вот здесь. Да, это опять-таки не экстра балл, но это Диман. Сравнивай счет, это 5-5. Идем дальше, ребята. 11-й раунд. Надеюсь, сейчас я что-нибудь хорошенькое получу. Кадиллак. Кадиллак это хороший, да? Это, ну, вроде бы, да, неплохой. Так, первая есть машинка, да, и вторая это Мазерати, ребята. А, я буду брать именно Мазерати. Итак, друзья, это 11-й раунд. Это Кадиллак против Мазерати. И, бро, поехали, попробуем, решим, давай, посмотрим, давай, что давай. Получится. И вопрос, кто будет дальше, пока неизвестно, пока непонятно, но вроде как, ну, я неплохо. А какая у тебя скорость? У меня 700, 500, братан, 600. Уже. А, 700, я подлетел почему-то. Блин, скорость потеряла, если я подлетел чуть-чуть. У тебя какая скорость была, скажи мне. А, я врезался 300 в итоге. А, понимаю, было такое у меня. Но, друзья, я полетел не совсем хорошо, но в целом я прямо неплохо упал и припарковался прямо вот в идеальном месте. Да. Отличненько, друзья. Получается, что это у меня... А, это мой балл 6-5. Опять-таки я хотя бы вырываюсь вперед. И идем дальше. Идем дальше, друзья. А... 12-й раунд, я делаю себе 3 наконец-то. О, Бугатти хорошая. Dodge, возьму Dodge. Это не считается. Так, вторая и третья. Угу, ну понимать. Короче, ребята, я беру Лего Бугатти. Да, она не реактивна, но, ребята, она быстрая, даже без нитрох, я понимаю, поэтому. Окей. Ну и, друзья, стоит проверить эти машинки в комментариях. Пишите, как вы думаете, кто победит. И Диман, поехали. Let's go! Нитро пробиваем. Мы, ребята, разгоняемся. В целом, по скоростям 500 идем. 600 идем. Догоняешь, что ли, меня? 700. Догоняешь? О, догоняй, Диман, меня, да ну нафиг, офигеть, я полетел. Пока. Блин, нет, подожди, Диман, подожди меня, братан. Дальше.
Охренеть ты полетел, ну куда ж ты так полетел? Да, ребята, у меня есть уже... Сколько машин около этого каблука уже собралось? А ты упал не буквально на чуть-чуть дальше упал. И как я вылезаю из машины, странно. Но, друзья, это 6-6 получается у нас уже. 13-й раунд. И делаем тачки. Поехали. Так, let's go. Давай первый. О, драк нового. Да, отлично. Она не летает, слава богу. Но она не летает. Да, так. И вторая машинка. Итак, по скорости, ребята, либо брать... Ну, знаете что? Я не буду брать драк новый, ребят. Да, я просто не буду брать драк новый. Я возьму именно Skyline, потому что под капотом у нее есть скорость, ребята. Я. Скорость. 13-й раунд, друзья. Давай. Поехали. Пожалуйста, Sky. Покажи мне свою скорость. Давай, 400. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Это не дракнова, братан. Я взял Skyline. Стоп, точняк. Да, это мой балл, отлично. Офигеть, я улетаю, слушайте, ну прямо я в шоке от таких маневров, но, друзья, да-да-да, я полетел, и я, вау, врезался, подлетел, улетел и, в принципе, приземлился. Это, ребята, экстра балл за мной, опять-таки, потому что так еще не было, где Диман у нас, давайте посмотрим, испытать, подрубаем, там... Диман уже... Не-не, я уже тут, я упал там на заправке, да, на заправке, ну хорошо. Выходит, ребята, это, ну, стопудово мой балл, а пока мой экстра балл, это уже получается у нас 7-6. 14 раунд. Робот. Опять. Прикинь, если бы это был типа, ну, блоки либо ступеньки. Ну, это капец было бы реально на самом деле. Не, на блоках бы плохо было, вот ступеньки, да. На ступеньки, да. Так, у меня три машины, пока две есть, и третья такая, друзья. Что взять? Я думаю, что стоит брать эту машину, потому что здесь как бы скоростей у этих двух нету. Полицейскую тачку ты взял, BMW, да, вроде как неплохую, друзья. Так, это будет интересно. А, у тебя реально хороший туринг, блин. Это 7-6, конечно. Друзья, пока у нас. И, ну что, поехали посмотрим, проверим, друзья. Разгоняемся, давай. Давай. Разгоняемся. 700. И... Не, у меня таких скоростей нету. 860. Таких скоростей у меня... Я подлетел, вообще улетел. Я врезался, я на полпути подлетел и не улетел. Но я... Таких скоростей у меня просто, ребята, бы не было, как у тебя, поэтому... А, где ты есть? Дайте мы... так, тебе сейчас подрубаем спектейт, где у нас... А, ну ты хорошо упал, ты упал очень хорошо, да. Итак, друзья, мы делаем сейчас с тобой, получается, Диман, поскольку? Ну давай, короче, да, ты делаешь 3, я делаю 2, последний решающий раунд. 2 у меня 3 драгстера, бро. А, ну слушай, 3 у меня, да. 3 драгстера, да. И Волга. Да ну, эта фигня не считается, это слишком, слишком большая машина, так, и вторая у меня вот такая вот Мерседес. У тебя Волга какая, хорошая? Не-не-не, да? Я взял Драгстер. Итак, друзья, Мерседес у меня получается и Драгстер под капотом. 102! Итак, ребята, последний раунд, поехали, ребята, let's go, давай, Мирин, я в тебя верю, давай. Так, давай, ну ты быстрее, что ли? Не-не, 500. Ты что, быстрее, что ли? 600. Давай, S-класс. 680. Так же примерно. Ю-ху, я полетел, пока. Ребята, решаю, я тебя перегоняю, да, ребята, ю-ху, отлично. Понимаю. Это, ребята, в последнем раунде мне повезло, это 8-7 по общим баллам, друзья, да-да-да. Ребята, ставьте лайки за такую прикольную серию в комментариях, пока оцениваете ее по 10-бальной шкале, нравится вам или нет. Ну и, друзья, хотите больше таких серий, ставьте лайки, собираем 3000 лайков, выходит новенькая серия. И, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Всем пока-пока.